Региональный чемпионат WorldSkills Russia, как всегда, собрал юных талантов вместе, чтобы выявить сильнейших. Повара-юниоры готовили овощную нарезку, холодную закуску и десерт. Три блюда за 5 часов состязались сразу на 5 кухнях. Для Александра Иванова здесь все знакомо. Он показывает себя в поварском деле уже 2-й год подряд. Парень ищет себя и старается улучшить результаты. На данный момент для меня это хобби, с профессией я пока не определился. Просто в школе приложили, мне показалось, что это интересно, могло быть полезным. У Андрея камера «Страсть к кулинарии» от мамы. Чемпионат – логическое продолжение любимого увлечения. На кухне его душа поет. Я считаю, что я вложил душу в блюдо «Холодная закуска» из морепродуктов. Она далась мне не так тяжело, но было интересно ее делать. Вот. Здесь подложка из зелени. Дальше идет рис ризотто. Это рис со сливками. Потом идет сухарь. И жареный кальмар, политый соевым соусом. Глядя на эти блюда, трудно поверить, что их авторы, 15-летние подростки, вы только посмотрите, какая это красота, как талантливо и тонко исполнено. Ну а главное представление, конечно же, было за кадром, то, как ребята все это изготавливали. Десерт в виде запеченной груши в вишневом соусе. Таким был яркий дебют Никиты Саяпина. Он долго готовился, признается, переволновался. Я растерялся и не знал, с чего начать. Все пошло абсолютно не по плану моему, но по итогу получилось... прекрасно. Все участники чемпионата учатся в Староскольской 28-й школе. Там им дают базу, остальное их видение и талант. Мы оцениваем санитарное состояние рабочего места, технологический процесс, правильность его выполнения, личную гигиену, последовательность выполнения операции, время подачи, вкусовые качества, органолептические или сенсорные показатели блюда, вкус, консистенция, цвет, аромат. Уложиться в 5-часовой интервал смогли все участники. А насколько удачными были их кулинарные творения, узнаем 20 февраля, в день подведения итогов 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Оксана Черных, Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья.